Доброе утро. По пути на дачу мы заехали в Леруа Мерлен. Нам нужно купить клеевые стержни и хотим посмотреть часы. Часы настенные. Ну и заодно посмотрим какие-то аксессуары для декора. Вот эта штучка очень даже симпатичная. Рядом работает уборочная машина и стоит такой шум. Поэтому пришлось наложить музыку. Красивые, очень большие. Какой же у них диаметр-то? Не вижу. А часов выбор неплохой. И мне хочется именно большие часы. Вот эти поменьше, 2018. Очень симпатичные и необычные рамки. А это просто огромные часы. У них диаметр около метра. Вот эти 990, но они совсем маленькие, да? Ну, маленькие. Совсем маленькие. Мне кажется. 30-40 диаметр. 37. Нет. Сколько? 37. Ну, правильно. Ну, а тут часики поменьше размером. Вот эти очень симпатичные. Тоже, наверное, сантиметров 37 в диаметре. Помнишь, я тебе говорила, настенные часы. Приклеиваются? Да, приклеиваются цифры. Часовой механизм, может быть, такой взять на дачу? Нет? 745 рублей. А мы все в масках. Слова. Поди сюда, пожалуйста. Вон, видишь, висят, которые наклеиваются. Эти часы можно сделать совершенно разного диаметра. И побольше, и поменьше, чем кстати, они говоря, хороши. Вот эти тоже очень даже симпатичные, но они прям совсем маленькие. 31 сантиметр. Много симпатичных часов. Ой, вот смотри, деревянные. 1264 рубля. Легкие. Вот такие. И вот деревянные. 2000. А вон еще солнышко, видишь? Вот эти тоже симпатичные, да? Настольные. Стенные. И вот эти мне нравятся. Они как будто бы немного ржавые, да? Со следами ржавчины. Может быть, какие-то из этих, те 3000, а эти большие, две. Слушай,
Слушай, а вот эти 1678. Они пластиковые. Пластмасса. Пластик, конечно. Ключницы. 1000 с небольшим. А вот еще смотри. $1450 и $1950. Ну, это, по-моему, те же. А эти $1550. Тоже симпатичные, да? Ну вот мы и на даче. И с покупками. Купили и часы, и клеевые стержни, а еще со старой квартиры мы привезли стол. Сюда на дачу и хотим поставить его на кухню вместо этого стола. А его надо сначала вот так разложить, да? Угу. Самое главное вот эти вот отверстия. Чтобы... попасть. Да. Сейчас я там немного протру, ладно, внутри потом. Ты закручивай до конца, я потом там протру. Мы его в сложенном, да, состоянии. А погода стоит у нас чудесное лето продолжается. Белый столик собран, теперь нужно разобрать старый. Этот столик мы отвезем в Москву, в старую квартирку. Вот и конечный результат. По-моему, столик вписался отлично. А старые стулья, перекрашенные в белый цвет, очень хорошо с ним гармонируют. Пойдем в гости к бабушке Гале, да? Да, пошли. Дедушка, открывай нам. Я тебе там что-то покажу. Давай. Здорово, Слав. Здравствуйте. Мы даже не боялся, сюда заходит. Заходит, а я сначала не поняла, думаю, что это у вас там шевелится. Ну-ка, пойдем посмотрим. Здравствуйте, здравствуйте. Скажи, здравствуйте. Да. Иди, посмотри, посмотри. Пошли скорее. Они сейчас могут убежать. Смотри. Оля. А. Пойдемте, да? Ага, ага. Сейчас, подожди. Да нет, мне ничего. Так нравится, что у вас так два... Вот, давай, вот открывай, что-то я не могу. Два выхода. А то выходили каким-то большим озеру. Тихонечко, выходи, выходи, Анечка. Ты посмотри тут. Они, вон такие уточки у нас большие тут. Одна мама у них должна быть. Вот. На тебе хлебушку ты сейчас будешь. Она знает, как ты кормить. Ты можешь им там... Иди сюда, корми. Вот им сюда бросай.
Умница какая, как она уточек кормит. Ну, умница, да. Скажи, ешьте. Интересно, будет держаться, как ты думаешь? Попробуем. Ну, давай попробуем, раз таких да, нет запчастей, да? В нашем магазине. Как говорится, попытка не пытка. Все, да, ты уже заклеил, да? Да. Сейчас попробуем. Ну давай попробуем. Ты будешь лить, да, из этого? Уже из трубы потекло. Значит, нормально держит. Видишь? Из трубы потекло. Подкапывает? А, да, вижу. Подкапывает. Надо еще тогда, да? Дубль 2. Испытания, да, продолжаются? Сейчас. Трубу потекло. Я не пойму, вот это капает откуда? Вот это оно капает? Может, там дырка? На другой стороне. Надо искать, в общем, такой водосток еще, да? Эксперимент неудачный. Ну ладно. Лучше, чем было, безусловно. У них диаметр 77 сантиметров. Угу. Большие, да? Большие. Красивые. Ну давай, открывай. И для начала хотим их повесить здесь, в спальне, над фальш-камином. Смотрятся они здесь неплохо, но, как мне кажется, если бы были белые, было бы лучше, а так они немного слились с цветом стен. Ночью уже довольно прохладно, и утром выпадает очень много росы. Пока все спят, наслаждаюсь этими минутами тишины. И снова нужно стричь виноград, а то он опять залез на крышу. А ты что еще хочешь? Сетка сорвалась. Получилось? Получилось. Листья.
А, ну да, тут береза. Ой. Чпок. Спасибо. Я лучше отойду. И все-таки эти часы мы привезли в Москву. Как мне кажется, на однотонной белой стене они смотрятся более выигрышно. Ну а на дачу нужно будет купить какие-то другие, более контрастные. Ну а на этом, пожалуй, все. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи. Все. До встречи.